5 лет без сна и отдыха. Жертвуя семьей, а иногда и собственным здоровьем, он спасает жизни бойцов из зоны боевых действий. Иван Жердев, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Днепропетровской областной больницы имени Мечникова, признан лучшим доктором Украины. За профессионализм и милосердие ему вручили орден Святого Пантелеймона. В профессии Иван Жердев уже более 40 лет. Его рабочий день расписан буквально по минутам. Обходы, операции, прием больных. Работать приходится иногда круглосуточно, без выходных и праздников. Состояние отлично. Это только первый этап, пока мы добьемся каких-то. Да, на следующей неделе уже планируется смена фиксации. Смена фиксации будет. Последние 5 лет Иван Иванович практически живет на работе. Именно больница Мечникова, одной из первых, начала принимать бойцов из зоны боевых действий в 2014 году. До сих пор тут продолжают спасать украинских военных. Тут помнят, как поступали первые раненые на войне. Когда первые раненые поступали, это был, конечно, и наши сестрички сознание теряли. То есть все было очень... страшно. Знаете, как-то мы когда-то раньше смотрели фильмы там военные, когда там показывали госпиталя, как несут этих раненых, как эти доктора там засыпают на ходу. Вот приблизительно такая же была обстановка и у нас. Только через руки Ивана Жердева прошло больше 500 бойцов. Иначе как наш герой, его в больнице и не называют. И мало кто знает, что доктор, который полностью отдал себя спасению жизни, едва не сгорел на работе. Вот Иван Иванович не признается. У него нарушился даже ритм во время этой тяжелой работы. И уже наши врачи больницы Мечникова помогали его восстанавливать. Коллеги говорят, награда нашла своего героя. Орден Святого Пантелеймона в самой главной номинации «Лучший доктор Украины» для Ивана Жердева стал полной неожиданностью. Ведь достойных коллег, как утверждает Жердев, в Украине достаточно. Юлия Кочет, Днепро, UATV.